Теперь надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Еще одна для коллекции. Руна Тюра. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого, кто это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Движется! Что движется? Все! Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи, а без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аутр. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в дом? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Еще один.
Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король-великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда, но это редкость, почти сказка. Снова эти ловушки. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Цир, получилось! Пора тебе действовать, брат. Оставьте их в покое. Явно не про нас. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Готовься! Yeah!
Идем. Еще вторая цепь. Это другой. Разнообразие — это очень... Просто ненавижу это. Знаю. Никогда не сомневался. Да ну! Еще одна часть шифра. Отлично! Кое-кого пропустил.
Ничего себе! Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным. Братья, я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом. Ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать.